Шалом. Написано, что перед последним ударом Всевышний предупреждает еврейский народ. В эту ночь я поражу всех первенцев египетских. И если вы помажете кровью косяки дверей ваших, то ангел смерти минует ваши дома. Слово «косяк» напоминает мне так часто используемый в последнее время накосячить. Знаете, вот это мой косяк или твой косяк. То есть косяк – это то, что сделано криво, неказисто. То есть совершить какой-то опрометчивый или глупый поступок. Все, что мы делаем часто, оставляет за собой некие вот такие вот опрометчивые поступки, косяки. И вот Тора нам говорит, на каждом косяке дверей своих повесь мезузу. Великий пророк Миха пишет такие строчки. «Кто подобен тебе Бог, который прощает грех и проходит мимо, не вменяет вину преступления наследию своему?» То есть есть ситуация, когда Всевышний смотрит и не замечает. Он не замечает специально какой-то косяк, какой-то грешок, какие-то вещи, которые мы совершили, не желая этого. Но здесь должно быть условие, чтобы Всевышний прошел мимо. Должна быть мезуза. Мезуза – это некое желание превратить вот этот косяк в что-то положительное. Научиться на его примере, как благодарить Всевышнего, что он не вменяет нам вину. И что нас, простите за такое слово, пронесло. Мы вешаем мезузу, на которой написано «Шин далет ют» – «Шомер длатот Исраэль». Охраняющий двери Израиля. Человек, который вот такую мезузу ставит на его косяк, я говорю сейчас не просто о дверях, я говорю сейчас о вещах, которые делают нас уязвимыми. Ведь что такое косяк? Это некая дверь. Это некий пробел в нашей жизни, в нашей работе, в наших отношениях с людьми. Это очень важный момент. И этот косяк делает нас уязвимыми. И туда, как написано в Торе, может зайти ангел смерти. То есть в данном случае смерти, это мы можем разрушить какие-то отношения с кем-то. Мы можем потерять работу. Мы можем что-то сделать. Поэтому в данном случае не все косяки можно исправить. Очень сложно возвращаться назад и все это делать. Надо идти вперед. Но при этом мы обязаны, во-первых, сожалеть, что мы это сделали. Постараться это исправить. И самое главное, попросить у Всевышнего помощь. И это та мезуза виртуальная, духовная, которую можно повесить на этот косяк. Мы все несовершенны. Мы просим Всевышнего, что те косяки, которые мы оставляем после себя, во-первых, чтобы их было меньше, чтобы мы научились, как исправлять свои пути и чтобы нас миновало. Шалом, шалом.